Но мы должны поторопиться. По небесам, ты пришел к нам на помощь. Беда в том, что это еще что. Капитан! Эти уроды из преисподней снова полезли! Что нам делать? Ты давай! Ты до сих пор не понял, для чего тебе нужен меч? Мне объяснить? Сражайтесь до последней капли крови! Заработал! Держитесь, ребята! Скоро прибудет подкрепление! Это демоны! Готовьтесь! Если бы не ты, мы бы все погибли. Это честь для меня — сражаться с тобой бок о бок. Ничего не выйдет. Духа недостаточно. Возвращаются! Приготовьтесь!
Бей. Я пока не готов. Духа. Не готов. Я не пойду, Рондал. Я все сказала. Если меня не будет рядом, ты даже не заметишь, что у тебя левый наплечник развязался. Пойдешь, никуда ты не денешься. Ты там что? Ничего у меня не развязалось. Ну вот видишь, дорогой, ты сам не знаешь, все ли у тебя в порядке. Не сдавайтесь, братья!
все погибли. Спасайся, пока надежды нет! А, это ты зажег сигнальные огни? Помоги мне освободить новобранцев. Они поднимут катапульту. Не хватит. Я не смогу нести еще больше.
больше не могу нести такую тяжесть. Разведчики докладывают, защищай солдат! Чем больше людей поднимают платформу, тем быстрее катапульта будет наверху! Сунули сюда свои грязные рыла. Сражаешься один? Ты что, ослеп? Да, я здесь один, черт подери. Остальные бежали или убиты. Не стой. Духа.
явился сюда, чтобы помочь мне поднять чертову катапульту. Я как-то сразу не сообразил, что ты просто воздухом подышать вышел. Обещал капитану Хайли, что буду держать себя в руках. Сделай одолжение. Не говори ему, что я покрикивал на тебя. Ладно? Кто еще, если не он? Все идет так, как и должно.
слишком тяжело. Отлично! Теперь надо защищать их, пока они поднимают катапульту. Демоны Асмодана пробили огромную дыру в стене и наводнили нижние уровни крепости. Если брешь не закрыть, бастион падет. Когда я вернусь, брешь уже будет закрыта. Я принес весть от короля Вестмарша. Демоны внутри крепости! Они лезут из подземелий! К оружию! К оружию!
не выйдет. Духа недостаточно. Я серьезно ранен. Нужно подождать. Ничего не выйдет. Я не смогу нести так много. Не знала, что такие создания вообще существуют. Пора возвращаться.
Духа не хватит. Как один, были воинами исключительной силы. Они не только овладели силой света, оружия и щита, но даже собственное тело превратили в оружие. Каждый из них поклялся жить и умереть согласно кодексу крестоносцев. 200 лет назад воины этого ордена собрали своих учеников и направились в восточные болота. С тех пор о них никто не слышал. До недавнего времени. Своих заклинаний. Даже не думай об этом. Да, наверное, ты прав. Направляют боги!
оказался сильнее. Достаточно хорошо изучить непростую историю варваров. Однако происхождение этих рослых, могучих воинов до сих пор остается неясным. По легенде, они являются потомками древнего Булкатоса, который воплощал собой силу, мужество и отвагу. Удар!
Надеюсь, солдаты на валу смогут продержаться. Демон, он здесь. Убийца владыки Белиала! Я сожру твою плоть и разгрызу твои кости! Я возвращаюсь в город. Бессмысленная победа над жалким противником. Вы лишь отсрочили свое неизбежное поражение. Ваши стены все так же слабы. Отправился в оружейную бастиона, чтобы разобраться, что за ужасные звуки доносятся оттуда. Он велел передать тебе, чтобы ты тоже шел туда. Боже, теперь камень способен сдерживать находящихся внутри демонов. Мы наконец-то обуздали их ярость. Да, я выйду. Ты чувствуешь, как сотрясает? Я уничтожу баллисты. Мы не подведем тебя, Серафим. В бастионе уже достаточно спокойно, и я могу покинуть его. Пора выйти на настоящее поле брани, где осадные орудия Асмодана уничтожают разрозненных защитников. Богам, ты тут!
Баллисты ведут по нам шквальный огонь. Ты должен уничтожить их, иначе мы не продержимся. Опоздал. Мы все погибнем. Прими мою благодарность. Без тебя мы бы не справились. Я пока не могу это открыть. Мало духа. Ходят слухи, что крестоносцы вернулись и что они собираются двинуться на запад. Но кто эти высокие светловолосые воины? Они совсем не похожи на крестоносцев, которые покинули Травинкаль 200 лет назад. И поэтому обитатели руин древнего города подозревают их в мошенничестве.
Мы не смогли удержать их. Их было слишком много. Люди теряют надежду. Демонов становится все больше и больше. Они нападают и днем, и ночью. Сколько бы мы их ни истребляли, они не отступают. Нам нужна помощь. Осторожен, им нет конца. Нет.
Мы будем удерживать мост до последнего, но ты должен уничтожить боевые. Твою армию на поле битвы, ты не сможешь меня напугать. Я не могу сидеть без дела, пока ты сражаешься с Асмодеем. Как давно я не чувствовал вкуса битвы. Вы разрушили мои осадные орудия, но это ничего не изменит. С каждым часом все больше демонов вырывается из адского жерла. Скоро от вашей крепости не останется камня на камне. Громкие слова, Асмодан. Но слова — единственное оружие, которое у тебя осталось. Вперед! Мы загоним армию Асмодана обратно в кратер. Наконец мы будем сражаться плечом к плечу. Это честь для нас, ангел. Thank you.
Я простой разведчик. Меня с лейтенантом послали следить за битвой с этой башней. Но на нас напали. У меня осталась подзорная труба. Пожалуйста, отнеси ее лейтенанту. Не знаю, сколько еще он сможет продержаться там, наверху. Случилось с разведчиком. Он жив? Он умирает. Не рассчитывай на его помощь. Понятно. Спасибо, что сообщил. Я передам его семье. Берегись! Бедняга. Come on.
Элдруин разобьет демоническую печать на этих вратах. Важные новости. У Лии было еще одно видение. Она видела гигантский... Я знаю, что это такое. Их называют сердцами греха. Должно быть Азмодан. Не со... Мы разрушили демонические врата. Путь к Азмодану открыт. Он привел в кратер легионы демонов, которые берут свою силу. Ты сломал мою игрушку. Теперь ты полностью завладел моим вниманием. Еще один демон. Она умрет так же, как и все остальные. Чудовище!
Меткий удар! Сильнее! Этих бедняжек бесконечны.